На данном видеоролике представлен низкорамный прицеп ТАТ НПП-28, производство компании Трансавто Д. Особенностью данной модели является то, что гузник, передняя часть прицепа, отсоединяется с помощью пневматики прицепа и тягача. Данная система разработана и запатентована специалистами нашего предприятия. Основным преимуществом такого типа гузника является существенное удешевление прицепа. Также уменьшается масса прицепа за счет того, что отсутствуют гидравлические цилиндры и сопутствующие им детали. На их месте мы разместили большие ящики для погрузочного инвентаря, которые заменяют кузов на переднем балконе. Эти усовершенствования удешевляют и облегчают транспорт, сохраняя при этом без изменений несущая конструкция и функциональность техники на высоком уровне. Трал, который вы видите на этом видеоролике, более года эксплуатировался нашей компанией с целью практического усовершенствования конструкции, ее улучшения в реальных условиях эксплуатации. Как вы видите, водитель без затруднения выполняет все необходимые операции по отсоединению гузника. Отличием от модели с гидравлическим гузником есть то, что для погрузки требуется более ровная площадка и угол заезда немного выше, так как прицеп не может полностью уложиться на землю. Практическая эксплуатация показала, что эти моменты существенно не влияют на сам процесс работы, а только требуют от водителя более внимательного отношения к своим обязанностям. Экономия на данной конструкции на старте составит 5000 евро, и в процессе эксплуатации не требует, в отличие от гидравлической системы сцепления прицепа, никаких дополнительных затрат. При этом прицеп будет эффективно работать, выполняя свои функции. Если вас заинтересовала наша продукция, вы можете связаться с нами через сайт, адрес которого указан на видеоролике. Будем рады ответить на ваши вопросы, рассмотреть ваши предложения и пожелания. Спасибо за просмотр!